Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігаль Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, редактор воєнної рубрики журналу «Фокус». Ігаль, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Добрый день. Ну вот, действительно, конечно, мы должны начать наш разговор с того, что произошло на Каховской ГЭС. Как сообщается, около 3 ночи ее подорвали изнутри. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, взрыв произошел в машинном зале. Ну и как результат мы видим такое колоссальное затопление населенных пунктов, которые находятся возле Днепра. На ваш взгляд, что российские оккупанты выигрывают от такой техногенной катастрофы? Они перепугались, что с дня на день начнется форсирование реки, а это остановить украинское наступление. Поэтому подорвали, затопили. Об этом еще в прошлом году говорили. И об этом предупреждала украинская разведка. И сами оккупанты тоже не раз. Часто всплывают тут эфир, там какая-то там запись такого-то оккупанта или такого, где они бахвалятся тем, что если что, мы там все взорвем и затопим. Как они говорят, хохлов и так далее. Вот. Вот это случилось. То есть новость страшная, техногенная катастрофа. Россия совершила теракт, такой прямо беспрецедентный. Самая страшная техногенная катастрофа, как рукотворная именно, записала себя в историю, вот фактически, вот еще одну страницу истории, как государство саранча, которое просто все уничтожает, разрушает. Больше 10 тысяч украинских граждан оказались в зоне затопления и вынуждены быть эвакуированными, потеряли дома. Ну, там животные, экология, вот это все, это вообще нет смысла как бы затрагивать. Полностью перекроила вся там экосистема, перестроилась. И в будущем общежитие человеческое там тоже надо будет все это переначивать, менять. То есть по-новому отстраивать новые села, дороги прокладывать по-новому. Это все по-новому там делать. Восстанавливать, понижать, повышать уровень воды. Ну то есть всю архитектуру жизни там оно абсолютно меняет. Вот. Да, новость страшная, но неудивительная абсолютно. То есть это было ожидаемо. И, кстати, это командующий Объединенных сил ВСУ Наев, генерал, сказал, что да, генштаб понимал, знал, и для них это не было неожиданностью. Да-да, понимаю, о чем вы говорите, но тут, опять же, есть такая очень непростая ирония, сарказм, да, или, не знаю, историческая ирония в том, что российские оккупанты повторяют действия гитлеровских войск, да, когда в 43-м году они отступали, они, собственно говоря, подорвали Днепровскую ГЭС. Вот был уже такой случай в истории Украины, тогда советской Украины, под советской оккупацией. Но мы понимаем, что тогда они бежали. И вот сейчас, когда затоплена Новая Каховка, да, сами оккупанты публикуют видео с дронов, где здания в Новой Каховке, скажем, они по самую крышу в иле. Что это означает для них? Вот как это меняет ситуацию расположения оккупантских войск на левобережной Херсонщине? Ну как, и придется в любом случае отойти, там затопило часть их оборонительных линий и так далее. Они все равно, фактически, их эти оборонительные линии, они их не держали, так как это было под огневым контролем Украины. Вот, поэтому глобально им это не меняет ничего, помимо того факта, что они увеличивают, по сути, реку, осложняя тем ее форсирование на этих участках. Ясно. Ну вот я уверен, что вы видели вот подобные сообщения. Среди прочего, есть такой Руслан Левиев, да, из Conflict Intelligence Team. Вот он уверен в том, что ну а зачем же русским подрывать эту дамбу, зачем же им это делать? Там, понятно, у них затопило первую линию обороны, и, собственно говоря, вот эти мины сейчас мы видим, да, как они могут плыть по реке и потом детонировать в результате столкновения с каким-то предметом или, знаешь, с берегом, с чем угодно. И ну и мы тоже понимаем, что как это использует российская пропаганда, конечно же, украфашисты, киевский режим и так далее сами подорвали.
Как вы понимаете вот эту логику? То, что они с деревьев, с островов, кажется, снимают своих российских солдат, которые там на верхушках сидели. Как это голова делает, то, а хвост не знает, что будет происходить? Вот как можно это объяснить? А что здесь удивительного? Ну, то есть они отдают там своих людей на съедение вагнеровцам, как недавно вагнеровцы постреляли там бойцов 72-й бригады и полковника захватили в плен. Они кидают людей просто на убой и так далее, ну, здесь их смыли. Ну, когда они там думали о рядовых солдатах? Нет, это ж пыль просто, как бы. Там даже глобально, когда думают о том, что нужно остановить украинское наступление, там никто не думает о рядовом российском солдате, который где-нибудь там находится в районе Новой Каховки. Я понял. Слушайте, ну вот тогда, если мы уже с вами заговорили о том, что делает Пригожин, было, конечно, такое беспрецедентное видео. Это когда его наемники, да, захватили полковника. Тут с полковниками проблемы все время что-то у российской армии. Так вот, захватили полковника, сейчас что-то не могу найти его имя, Роман Веневитин его зовут, командир даже бригады. Ему явно наваляли, ему явно сломали нос. И дальше его заставили, ну вот, вот в этих классических бандитских традициях, на видео извиняться за то, что якобы российская армия или там какие-то его подчиненные обстреливали вагнеровцев. Это что? Это вот совсем уже открытая война наемников с регулярной армией? Потому что мы видели до этого, конечно, видео, где они матом обращаются, говорят и про Шойгу, и про Герасимов и так далее, но... Взять полковника, избить, сломать нос и заставить извиняться на камеру, это, кажется, новый виток агрессии. Взяли трофей. Это что? Это Россия. Взяли полковника как трофей. Все молчат, обратите внимание. Зе-патриоты молчат. Минобороны молчит. Ну, как раз в силу того, что Минобороны молчит, поэтому и Зе-патриоты молчат. Не знаю, чью сторону тут выбрать. Выберешь сторону... Минобороны, тебе потом кувалда прилетит. Или тебе где-нибудь расправятся с тобой, как этим мангушем, который с черепом там танцевал на сцене, прыгал, как папуас. Вот. Если в сторону Минобороны, да, если Минобороны, если в сторону вагнеровцев, как бы, примешь, то иди знай, что с тобой там дальше будет, что будет дальше с Пригожиным и вагнеровцами. Вдруг завтра будет разнарядка от самого Путина там, и он полностью встанет на сторону Минобороны. Поэтому они не знают, как на это реагировать. А это просто указывает на то, что это failed state. Всякие наемники и солдаты удачи могут высшего офицера, командующего бригадой на минуточку, полковника, то есть это не младший какой-то офицер, вот, могут просто вот так вот его схватить, бить, на камеру записывать и так далее, брать его в плен. В плен. То есть что означает в плен? Они будут его обменивать на кого? Они будут с Украины его обменивать на кого-то? На вагнеровцев своих? Ну, то есть сама ситуация, она не то чтобы какая-то абсурдная, она максимально сюрреалистичная. То есть, ну, я не понимаю, как русским, тем, которые действительно там за Россию пекутся, как им не стыдно. Вот, от того, насколько они убогие, насколько это убого. Ну, имею в виду про патриотов, те, которые все-таки поддерживают Россию. Они понимают, что Россия как бы делает неправильно, и вся там война и так далее. Но что поделать, грубо говоря, типа, как там сам Пригожин говорил, ввязался драку, нужно драться. Так вот, не понимая, насколько это позорно и насколько это убого выглядит со стороны, как на это смотрят военные всех стран мира. Вот. Для военных, любых, американских, французских, неважно, кстати, даже иранских, вот, для любых военных, очевидно, что группа Вагнера, или как там, ЧВК Вагнера называют, с Пригожиным и так далее во главе, это все, ну, бандиты, наемники, дикие гуси, солдаты удачи. Это не ровня, не альтернатива вооруженным силам. Даже в том же Иране, в конечном итоге, у них все это институции, все там шиитские милиции и так далее, они часть силы Кудс, которые часть корпуса стражи исламской революции, которые часть глобальной всей системы безопасности там Ирана и так далее. Можно дискутировать о их методах, они террористические, признаны террористами, тем, что они спонсируют террористов и так далее. Но сами их структуры иранские, они все легальные, государственные, со званиями, иерархиями, регламентом. И так далее, и так далее, и так далее. В то время как та же группа Вагнера, она, с точки зрения самой же России, тоже она абсолютно незаконна, нигде не прописана. Это просто какие-то банда людей, которые вот берет в плен, убивает русских солдат и берет в плен вот полковника российского.
Это убожество, по-другому никак это не назвать. Да, конечно, слушайте, ну вот опять же мы понимаем, что вот та катастрофа, которая произошла на Каховской ГЭС, наверное, сложно придумать еще более страшный повод, чтобы, как это сказать, снизить уровень эйфории среди украинцев, потому что, конечно, мы видим и вот эту грызню, мы видим то, что происходит в Белгородской области, мы слышим такие осторожные заявления от нашего генштаба по поводу продвижений, скажем, на Бахмутском направлении, и вот если говорить, собственно, про то, что продолжает происходить в Белгородской области. Там по-прежнему находится российский добровольческий корпус, там по-прежнему находится Легион Свободы России, вот эти люди с российскими паспортами, которые, более того, за вот эти несколько дней еще смогли легитимизироваться. В смысле, Денис Никитин, командир РДК, обращался к губернатору Белгородской области Гладкову, тот ему отвечал. То есть мы понимаем, вот уже есть лица, да, этого военного сопротивления. Но там мы опять же видим, что ничего не может сделать российская армия, не может их выдавить, да, со своей территории. Вот уже недавно, ну, буквально сегодня я видел в телеграм-канале РДК, они сказали, что, кажется, вот это село Новая Таволжанка никому не нужно, и что единственной властью там является РДК. Вот эта история про то, когда ополченцы, ну давайте использовать это слово, становятся властью в населенном пункте в России. Почему ничего не может с этим сделать вся эта силовая машина кремлевская? А что она может сделать? Ну, попробуйте ответить на этот вопрос. Тут просто очень простой ответ. Что она может сделать? Ну, вот если бы вы были на месте Кремля, что бы вы сделали? Классическим методом, конечно, они обстреливают, все уничтожают. Именно. Ну, вот. Именно, все обстрелять, просто накрыть все там огнем, да, это же не проблема. Ну, подвести туда какие-нибудь там те же санцепеки или так далее, но как это будет выглядеть? То есть они берут российское село полностью возле разлица земли, ну, российской территории. А у них же нет войны, война же не идет. Да? Что это за специальная операция, когда им приходится артиллерией просто сметать там свои города, населенный пункт? Это второй вариант. Послать туда контртеррор. Что называется, всевозможные силы. В мире это целая плеяда огромная делается. В Израиле целая куча таких спецназов есть, всевозможные ямамы, ясамы, вот, и так далее. Их целое семейство, которые научены, как нужно уметь действовать. Ты двигаешься вот внутри застройки, там, от здания к зданию, аккуратно, фактически. Вот, как в этих полностью облаченные, как рыцари во всю эту экипировку с навороченным оружием, которые тренируются долгими годами, и вы выбиваете оттуда инсургентов. Вот. Если нейтральное слово использовать, если мы смотрим на это со стороны, как бы со стороны на этот конфликт внутри России, вот, это как инсургенты. Против инсургентов вы можете использовать только вот такие спецсилы. У них таких спецсил нет. У них там тот немногий спецназ, который есть, они используют как линейную пехоту внутри Украины. У них никого нет. Это просто указывает на то, что если происходит какая-то инсургенция внутри России, они бессильны. Ну или просто все стирать. Очевидно, что если это будет не богом забытый какой-то населенный пункт на окраине империи, а будет именно, скажем, какой-нибудь крупный все-таки город, и вот действительно возьмут какие-то инсургенты и скажут, вот как тоже командир РДК заявлял, теперь мы тут власть. Это речь будет идти там, о городе, где, скажем, 200 тысяч жителей, например. То его, да, будут сносить. Его просто изолируют и будут его утюжить авиацией и артиллерией, будут сносить. Как в свое время они в Чечне полностью проутюжили и уничтожили. Там же тоже все проутюжили, уничтожили, в том числе, то есть было много причин, но одна из, это потому что, как иначе, как просто срочников послать колоннами, чтобы их сожгли, ну как это традиция у них известная, российская, поэтому они не знают, что делать, вот и все, просто смотрят, хлопают глазами. Да-да, понятно. Ну и мы помним, что срочников они отправляли в Первую Чеченскую войну, и закончилось, конечно, это проигрышем России. Ну и вторая, к сожалению, закончилась тем, что они просто уничтожили всех, включая детей, женщин и людей пенсионного возраста. Хорошо. Вот еще есть, ну вот если говорить о тех сообщениях, которые посылает Генштаб, да, ну вот, которые делает публичными, которые можно увидеть в публичном пространстве. Анна Малер, она заместитель министра обороны Украины, она, среди прочего, буквально вчера, да, написала о определенных продвижениях вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении, и там мы видим, среди прочего, Бахмут в красном кружочке. Как вы поняли этот Бахмут в красном кружочке?
Не знаю, она же дает отчеты для гражданских, это же не военные карты, и так далее, это не военные отчеты. Может, имеется в виду, что при контроле высот там, в конечном итоге он будет в изоляции, так как он находится внизине под этими высотами, что просто объективно является этим. То есть тут не важно, если вы контролируете высоты, то вы контролируете полностью вот, сам город, который внизу, ну, точнее, то, что от него осталось, от города. Вот. Это не нужно расценивать, то, что ну, там поделились какими-то планами, там, операциями. Ну, то есть это еще может быть, конечно, и психологическое давление на самого противника, правильно? Ну, в том смысле, что они же тоже думают, что это означает. Любые заявления официальных лиц Украины, их всегда нужно рассматривать не однобок, односторонне. Слушайте, еще хочу проверить на вас один тезис. Это вот Константин Рыженко, активист, журналист из Херсона. Он, значит, написал такой большой программный текст по поводу контрнаступления. Ну, наверное, все-таки стоит говорить наступление вооруженных сил Украины. И вот первое, что он пишет, что вот наступление, как в Харьковской области, все, кто ждут вот такого, да, как вот было тогда, забудьте об этом. Просто потому, что невозможно сейчас уже застать врасплох совсем врага. В принципе, приблизительно то же самое у нас в эфире вчера говорил Юрий Бутусов, главный редактор Цензорнет. Разделяете ли вы их точку зрения? И да, и нет. Конечно же, это не будет, именно нельзя сделать, скопировать именно так, как это было харьковский блицкриг. Вот. Но вместе с тем там тоже враг ожидал. Там не был врасплох, его не застали врасплох. Он знал, он ожидал, что будет наступление, он готовился к нему, просто на другом участке. Вот и все. Тут же дело было не в том, что его удивили фактом наступления, а в том, что удивили, на каком участке это будет. А сейчас они подготовились на всех участках. Стараются. Только подготовиться на всех участках невозможно. Если вы сильны везде, то вы и слабы везде. Вы можете быть сильны только в каких-то конкретных местах. Вот. Невозможно абсолютно в всей линии, особенно такого размера, масштаба, сотни километров фронтов, быть везде сильным, то есть везде одинаково строить укрепления, везде одинаковое качество войск поставить, везде одинаковое количество артиллерии и так далее. Это невозможно просто физически. Вот. Поэтому тут идея не в том, что врасплох, не врасплох, а идея в том, чтобы они не поняли, где будет основной удар. Окей. И вот мы в прошлом эфире с вами, да, обещали всей нашей аудитории, и она так откликнулась активно на это обещание, поговорить про гибель сотрудника Моссада, бывшего сотрудника Моссада, имя которое называется Эрес Шимони. Напомню нашей аудитории, что он погиб в результате такой катастрофы в Италии. Это произошло кораблекрушение в Ломбардии. Там он, как сообщается, встречался с представителями итальянских спецслужб. Вроде как они должны были обговаривать тему того, как российские олигархи закупают оружие у Ирана. И я знаю, что вы следили за этой историей и знаете подробности. Почему эта история вызывает тревогу? Ну как, тревога не совсем верное слово здесь. Вот. Тут важно, есть оговорка перед тем, как я что-то смогу рассказать, о том, что очевидно, конечно же, ни Моссад, никогда никакие разведчики, никаких не публикуют комьюнити, никто не публикует информацию, никто не будет вам рассказывать, кто где встречался и с кем. Рождается вопрос у любого зрителя, вот, откуда тогда вообще эта история известна, почему об этом говорят в СМИ, тех же израильских СМИ, например. Все как бы банально, итальянские СМИ раструбили эту ситуацию, ну так как там как бы у них да, случилась эта ситуация. Да, речь же идет у нас про озеро Маджоре, это у нас север Италии, где граничит Швейцария. Это, кстати, важно, потому что граничит Швейцария. Сейчас объясню, почему. Так вот, все это и расследовал итальянский прокурор Карло Ночерино. И в том числе полиция там допрашивала тех, кто выжил с этой катастрофы яхты. И это все попало в СМИ. И только вот после того, как в СМИ, это все итальянских СМИ, раскручивалось, уже не хотя, не очень, не сильно желая, израильские СМИ это тоже повторяли, потом израильские официальные лица, депутаты некоторые подняли эту тему и так далее. Потом эвакуировали тело этого человека, вот, были официальные похороны. Барне, глава Моссад, был на этих похоронах, есть фотографии в израильских СМИ, где похоронили этого сотрудника, который бывший экс-сотрудник Моссад, но который продолжал помогать вот, израильской разведке.
И то вот даже его имя, то не настоящее, это вот Шимони, да, это не его настоящее имя, это который итальянцы так его вот назвали и так раскрутили. Вот. Даже вот это не настоящее имя, только через два дня в израильских СМИ подняли, заговорили об этом. Вот, ну, смотрите, у нас север Италии, вот это озеро, которое я сказал, и там, чем оно характерно? Характерно тем, что там находится большое количество российских олигархов, и там в том числе есть богатые евреи. Там есть виллы, это вообще очень богатый курортный регион. Так вот, эти российские олигархи, вот, они там могут легко проводить всевозможные манипуляции, связанные, например, с Ираном, закупками вооружений. И, как говорят, что эта история, тут было замешано ядерное оружие, или технологии, точнее, не ядерное оружие, а технологии для ядерного оружия. И легко проводить финансовые операции. Как? Ну, вы просто банально, там нет никакого контроля. Вы просто даете чемодан с наличкой своей любовнице, она в Швейцарию все везет через границу, никто ее не проверяет. Ну, то есть там проходной двор между Швейцарией и Италией, особенно для богачей, которые там спокойно, как у бога за пасухой, живут. Это яхта, как оказалось, опять же, по итальянским СМИ мы знаем, капитан Клаудио Карминати взял больше людей, чем надо, 23 человека, чем как бы, яхта вообще может себя поднять. Дальше официальная версия. Был внезапный шквал ветра. Яхта перевернулась. И погибло несколько итальянских и один вот израильский гражданин, которые оказались спецагентами. Как и израильтянин, так и итальянцы. Про итальянцев это сами итальянцы заявили. Опять же, это не какие-то тут инсайды или так далее. Вот. Почему они погибли? Остальные все выплыли, там десятки человек. Оказалось, что они внутри яхты оказались как-то закрыты, возможно. Ты их там запер, то есть они не могли выплыть. То есть она перевернулась, и они утонули. Вот, и когда эту историю мы начинаем ее рассматривать, очень много странностей. То есть, как именно, почему они там оказались заперты? Когда мы начинаем копать всю эту историю, оказалось, что Анна Башкова, жена этого вот капитана, шкипера этого яхты, она оказывалась, что она была зе-патриоткой, поддерживала там Россию и так далее, вела там сетку каналов целых и так далее. Оказывается, что эту жену не пробили, об этом узнали позже. Вот. Там военная разведка Израиля, например, в своих публикациях отдельных, тоже там публичность публикации, вот, писали, как, почему это случилось, почему никто ее не пробивал до этого. Вот. Она легально жила, находилась долгие годы в Италии, то есть она гражданка Италии, вот, как-то на это не обратили внимания. Что за шквал, почему об этом не знал этот шкипер? Итальянцы его допрашивают, итальянская полиция его допрашивает, он тоже хлопает глазами и говорит, я не знаю, какой шквал. Но яхта как-то перевернулась, и как-то почему-то эти люди оказались заперты. И эта Анна Башкова тоже, кстати, погибла. Мы просто очень такая банальная дедукция быстро. Возможно, кто-то попросил ее, их там закрыть в какой-то комнате. И она закрылась там с ними, например. И вот после этого яхта перевернулась. Из-за шквала, например, и так далее. Так или иначе, человек погиб. Итальянцы погибли. Остальные вот эти 23 человека, вот, которые были суммарно, это все были итальянские, израильские спецслужбисты, агенты Моссада итальянской службы, спецслужб итальянских, как говорят, что, возможно, они как раз разрабатывали там и занимались темой российских этих олигархов, которые занимаются с иранскими олигархами всевозможными денежными махинациями, плюс передачей технологий, как раз ядерных. Вот. Использую как раз вот этот вот проходной двор между Швейцарией и Италией, включая для финансовых потоков. Вот. Это гипотезы. Идет расследование. В самом Италии идет расследование, и в Израиле идет расследование. Вот. Не факт, что какие-то вещи опубликуют или всплывут. Как я уже сказал, все, что я вам озвучиваю, это известно по публикациям тех же итальянцев, которые это все раструбили и продолжают рубить. Кстати, итальянские СМИ до сих пор эту тему обсасывают максимально, там фактически пробивая, из каких окон отеля, где они останавливались, на виды озера, какие конкретно здания, какие виллы и каких олигархов можно там видеть и так далее. Кто знает итальянский, можно погуглить, очень много интересной информации там есть. Очень мутная, очень плохая история. Вот. Моссад через правительство Израиля, он никогда не делает заявление сам, через правительство, заявил, что потеря была дорогого, уважаемого сотрудника. Это был не рядовой спецагент. Это был, ну, 50 лет было. Вот. Это был ветеран спецслужб Израиля.
Слушайте, ну, конечно, это было бы странно, если бы это было таким, уж таким совпадением, когда гибнут представители спецслужб сразу нескольких стран при таких удивительных, странных обстоятельствах. Ну, будем надеяться, что будет расследовано это, и, возможно, даже и, как это, журналисты, и публика узнают, что же произошло. Игорь, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадать нашей аудитории, знаменитый звезд Кубов Игорь Левин, офицер армии обороны Израилю, військовий аналітик, редактор воєнної рубрики журналу «Фокус». У нас... Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.